Бурными овациями и улыбками приветствуют Нурсултана Назарбаева представители этнокультурных объединений Южного Казахстана, ветераны и молодежь. Место встречи выбрано не случайно. Высокого гостя ожидают перед зданием Ассамблеи народа Казахстана возле монумента «Казах еліне мың алғыс», что в переводе «благодарность казахскому народу». Монумент высотой 7,5 метров построили по инициативе президента страны и 20 этнокультурных объединений регионов в преддверии Дня единства народа Казахстана. Честь выступить с благодарственной речью перед президентом выпала руководителю турецкого этнокультурного объединения. После этого Нурсултан Назарбаев осмотрел реконструированное здание Ассамблеи народа Казахстана. В бывшем кинотеатре «Казахстан» теперь расположилось и государственное учреждение «Коғамдық келісім». Все 20 этнокультурных объединений региона и зрительный зал на 800 мест. Сегодня для главного зрителя, президента Казахстана, представители этнокультурных объединений области приготовили музыкальный номер «Бірлігіміз жарасхан».